Добрый вечер, уважаемые соотечники. Сегодня я хотел бы посвятить эфир ключевым вещам, которые происходят в нашей стране. Сегодня многие а, пользователи в Instagram, Facebook и других социальных сетях разместили видео, где а, это из города Аксал, Западный Казахстан. Видно, что очень много погибших людей просто вброшены в похоронные мешки, лежат как попало. И это видео вызвало ужас, гнев и возмущение наших граждан. И мы все прекрасно знаем, что происходит в нашей стране. Мы знаем, что люди уже боятся идти в больницы. Со всех сторон приходит информация, что... Люди лечатся именно дома, где они точно будут поддержаны своими близкими, и они прекрасно знают, что если они на разные арены или другие такие огромные центры, которые переделаны на прием больных коронавирусом, если люди туда попадут, то они просто попадут туда умирать. И поэтому сейчас люди просто не идут ни в больницы, которые переполнены, ни в эти центры, никуда, и принимают, что называется, бой с вирусом один на один. В одиночку, без поддержки нашей системы здравоохранения, без поддержки со стороны государства, принимают эту борьбу в кругу близких. Это сейчас, наверное, единственное спасение. Что мы видим? Мы видим на самом деле равнодушие власти, которая сейчас объявила карантине сначала на две недели, хотя мы прекрасно понимали, что будет минимум месяц. И при этом мы услышали заявление со стороны режима Назарбаева, что никакой поддержки не будет. И когда прозвучали массовые возмущения, Такаев вот буквально несколько дней назад объявил, что поддержка будет в размере 42 500 тенге. Но на самом деле Требования по получению этих средств так выстроены, что люди, наверное, будут получать месяц-полтора, а может и больше, будут собирать кучу справок, будут доказывать. Ну и, собственно, правительство пригрозило, что если вы не будете соответствовать этим требованиям, то вам опять же грозит уголовная кара. Ну и очень важно, что правительство заявило, что именно безработные, те, кто остался без работы или не были зарегистрированы, как работающие люди, а таких в нашей стране как минимум несколько миллионов, они не могут надеяться на помощь в размере хотя бы 42 500 тенге. Ну, таким образом. Мало того, что в наших аптеках нет лекарств, хотя Министерство здравоохранения и местные власти заверяют, что все в аптеках есть, но мы видим обратные, те же самые очереди, высокие цены, массовое возмущение. Мы знаем что люди умирают реально от коронавируса, но в статистике пишется пневмония. Это делается для того, чтобы статистика официальной власти выглядела более-менее прилично относительно других стран. Как Такаев сказал, что у нас не хуже и не лучше, чем у других. Но при этом все знают, что люди гибнут именно от коронавируса. Только по официальным данным если в июне месяце а именно в пневмонии, а это коронавирус, заболело 38 тысяч человек приблизительно, то только по итогам одной недели с 1 по 7 июля коронавирусом заболело почти 57 тысяч человек. Представляете масштабы? За одну неделю 57 тысяч человек, за месяц 38 тысяч. И мы все знаем, что реальная статистика многократно хуже, многократно, потому что люди не идут в больницы, больницы не принимают, скорая не доезжает. Мы знаем прекрасно, что очень много примеров, когда врачи равнодушные. Мы знаем, что когда родственники пытаются забрать умерших трупы, им не дают их, требуют деньги, и таких примеров в сети много. То есть этот режим настолько обезобразил лицо нашего народа, настолько все эти правила стали ужасающими, что люди, фактически многие соучаствуют в преступлении этого режима. То есть мы все прекрасно понимаем, что у нас нет государства, того самого государства, которое собирает налоги с граждан. И на эти налоги это государство обязано построить нормальную систему здравоохранения, образования. Всю инфраструктуру, вообще все, включая безопасность наших людей. И сейчас массово пришло осознание, что в Казахстане государства нет, что правительство не работает народ, на народ, что власть это просто кучка негодяев, которые просто используют народ для того, чтобы самим обогатиться. Для нас это не являлось открытием, уважаемые друзья, мы сейчас все. Говорим, что вирус ⁇ это международная проблема. Во всяком случае власть пытается это внедрить в сознание людей. Но я вам могу сказать, что я живу в Европе и вижу здесь совершенно другая картина. Нет такого, чтобы граждане не доверяли самому правительству, государству. Чтобы граждане не доверяли врачам. Не доверяли врачам до такой степени, что они не готовы идти. В больнице, чтобы там, как они считают, их врачи убили. Такого нет. Более того, каждый день, я был просто поражен, ровно в 20.00 французы выходили на балконы, аплодировали врачам, пели песни и так далее. Но такого в нашей стране нет. Я уверен, что это будет трудно добиться от наших граждан, когда они видят отношение наших врачей к своим подопечным. Я не могу сказать, что все врачи такие, но те случаи, которые сейчас выходят в интернете, когда люди брошены на произвол, когда сами работники скорой помощи говорят, вам не надо туда, вы там помрете, останьтесь дома, это о чем говорит? Что сами врачи, сами работники медицинских учреждений не доверяют системе здравоохранения. По сути, это есть недоверие самому государству. А кто 30 лет строил это государство? Ну, султан Назарбаев. Кто сейчас, пусть даже формальный, президент страны Такаев? То есть фактически наши граждане не доверяют государству, и надо признаться, не доверяли никогда. Вспомните случаи, которые происходили ежегодно весной, летом. Вспомните массовые подтопления весной во многих регионах страны мы разве видели, чтобы государство оказало всемирную помощь? Да, брались несколько бизнесменов, которые дарили квартиры нескольким человек, и все, из этого делали пиар, а остальные выплывали сами. Вспомните ситуацию в Арысии, когда целый город был забросан снарядами. Вспомните, как люди бежали из города, жили они где? В спортзалах, на улицах. И полуразрушенный город, который был начинен этими снарядами, власть, несмотря ни на что, посадила тысячи людей в автобусы и под эти снаряды и мины вернула людей обратно. Мы разве можем сказать, что это государство заботится о своих гражданах? Вспомните, что было в Махтарале, когда был затоплен Махтарал, затоплен урожай. Вспомните, что там было. Вспомните, как Нуратан отлавливал гуманитарный груз от граждан, которые сами самостоятельно собирали эту помощь, средства, разные, разные формы помощи оказывали. Представители Нуратана отлавливали, вешали лейблы, что это от Нуратан. Это повсеместно звучало по всем районам Туркестанской области. И мы знаем, что эта власть в 2011 году, в декабре, ровно в День независимости расстреляла жителей Жанаузеня. Мы знаем, что эта власть преступная. Мы все эти годы об этом знали. И ясно, что если те или иные события происходили локально в тех или иных регионах, и мы массово не реагировали, не выражали протест, то мы все должны были понимать, что когда наступит ситуация, когда такого рода проблема наступит массированно по всем регионам страны, нас будет некому защитить, потому что мы вчера не защищали своих сограждан в соседних регионах, Жанаузени, Варысии и в других местах. И если мы равнодушны, если мы молчаливые, если мы ведем себя как рабы, если мы всего боимся, мы боимся и сейчас, когда наши близкие умирают, мы просто проклинаем эту власть, а точнее говоря, мы проклинаем конкретных врачей конкретного человека, но при этом мы не смотрим в суть. Мы не говорим, что это во всем виновата эта преступная система, построенная Нурсултаном Назарбаевым. Мы это не говорим. Сейчас эта власть обращается к своим гражданам и говорит, пожертвуйте деньги на аппарат ИВЛ, пожертвуйте медикам еще на что-то. При этом проводит фейерверки в Астане. И на следующий день выходит заявление, что волонтеры, помогите разгрузить какие-то грузы в больницах, потому что, оказывается, нет денег на грузчиков. При этом в апреле этого года увеличивается бюджет Комитета национальной безопасности, который реально занимается политическим сыском и преследованием наших граждан. На 50 миллиардов тенге можно было страну завалить всем. И мы это все прекрасно знаем. Тем не менее, получается, что люди откликиваются на этот призыв и покупают кто сколько может. Но в реальности, вот сейчас, Министерство здравоохранения заявляет, что необходимо еще 5000 аппаратов ИВЛ. Еще 5000, даже более 5000. Это серьезные ресурсы и единицы граждан не будут в состоянии эту проблему закрыть. А этот вопрос может одним ударом закрыть именно правительство, потому что там собраны налоги наших граждан, миллионов граждан. И для государства вообще это вопрос простой. Мгновенно можно купить хоть 5 тысяч, хоть 10 тысяч аппаратов. А здесь получается тысячи криков по всей стране ⁇ помогите, сос, помогите ⁇ А помощь, она вот, она находится в руках у действующего правительства. У Такаева и в реальности у Нурсултана Назарбаева. И мы это не осознаем. Мы обращаемся к бизнесу, спонсорам. Есть обращение ко мне у человека, который этот режим конфисковал все, преследует по всему миру. Объявил, что любой перевод от меня воспринимается как отмывание денежных средств, за это сажает людей в тюрьмы. Они нанимают нурботов, которые такого рода запросы пишут в мою сторону и запутывают людей. Когда все ресурсы страны, они в руках государства, правительства, именно тех, кто должен это решать. Я еще раз повторяю: все ресурсы есть в нашей стране в достаточном количестве. И вот когда министр здравоохранения заявляет, что стране нужно еще 5000 ИВЛ, когда он говорит, что лекарств достаточно, а мы видим, что это не так, вы понимаете масштаб компетенции этих людей. То есть это не профессионалы, это вообще люди, которые не владеют реальной ситуацией. А реальность такова, что наши люди умирают десятками и сотнями. В Европе считается, что Испания пережила самую большую трагедию. В день Испании погибало более 800 человек. Если взять соотношение жителей, сколько в Испании, сколько нас, то... У нас в реальности умирает не менее 300 человек в сутки. Не менее 300. В сутки. Не в месяц, как сейчас режим заявляет, что якобы от коронавируса за месяц, точнее за все время умерло 375 человек. Вы же прекрасно знаете, что это неправда. Мы получаем сведения со всех регионов страны, и люди гибнут десятками в тех или иных регионах страны. Очевидно, что сейчас в нашей стране погибает сотни людей. Этот режим продолжает врать, приписывать. А как можно бороться с последствиями, если ваш, скажем, руководитель врет? Ну, как вы можете, вы плывете на корабле, и штурман не знает, куда плыть, он не знает правду, он не видит, что перед нами, какие препятствия, как можно в этих условиях управлять государством. То есть мы понимаем прекрасно, что этот лживый режим фактически доводит страну до геноцида. Очень скоро мы увидим, как сотни, сотни людей будут гибнуть. И невозможно режимы будут спрят, спрятать последствия того, что они не сделали. У них было время достаточно, чтобы купить нужное количество ИВЛ. У них было достаточно времени, чтобы снабдить все аптеки необходимое количество лекарств. У них было время, но они ничего не сделали. Более того, когда министр здравоохранения говорит, что нужно еще 5000 аппаратов ИВЛ, вы, я уверен, не сомневаетесь, что в реальности нужно их во много раз больше. Во много раз больше. И даже при таком количестве аппаратов ИВЛ, Асмужимар Токаев заявил, что обеспечение такого количества ИВЛ будет только к концу года. Вы понимаете, какое количество людей погибнет, не получив помощь вовремя. То есть мы очевидно понимаем, что этот режим не справится, потому что на их складах, на компании фармации лежало достаточное количество, количество лекарственных препаратов, которые два месяца просто лежали, и они якобы делали какие-то поправки в закон, это не позволяло СК формации действовать. Но вспомните, сколько времени понадобилось, чтобы переименовать столицу в Нурсултан? Пять минут. Как Токаев заявил, что надо поменять имя столицы в Нурсултан сразу мгновенно и Мажилис, и Сенат подписали необходимые решения. Более того, через три часа Везде были вывески сменены с Астана на Нурсултан Рейсы сразу были внесены необходимые поправки. Вы представляете, это все было фактически сделано мгновенно для того, чтобы поменять целую столицу на имя Нур-Султан. Чтобы он был счастлив, что везде стоят его, его бюсты, плакаты, город его именем назван. На это понадобилось 5 минут. А для того, чтобы снабдить 18 миллионов населения страны, на складах валялись огромное количество лекарств. И это правительство заявляет, что им надо было через парламент внести поправки в закон. Вы представляете масштаб того, что происходит на ваших глазах? Поэтому, уважаемые друзья, я уверен, что тем немногие, наверное, на данный момент, которые еще говорили себе Шикур Тауба и верили, что все улучшится, изменится, они поменяли свое мнение. Но этого недостаточно. Нам нужно не просто поменять мнение, нам нужно кардинально изменить ситуацию и спастись. Здесь мы себя не спасем отдельными волонтерскими действиями, когда самоотверженно какая-то часть населения пойдет рисковать своей жизнью и будет помогать в больницах, когда кто-то отдельный граждане привезут аппарат ИВЛ, мы не спасем нацию. Потому что масштаб трагедии надвигается и уже происходит в стране просто ужасающий. В этих условиях нужно получить доступ к тем ресурсам, которые есть в нашей стране. Во власть должны прийти энергичные, болеющие за страну люди. И они в состоянии победить этот вирус. То есть сейчас те жертвы, которые происходят, Вина этому не просто вирус, а вина та политическая система, которая сейчас существует в нашей стране, коррумпированная и воровская. Когда кто-то из вас спрашивает, а что же делать, давайте мы поймем. Я хочу коротко объяснить, что мы имеем и почему это произошло. Обратите внимание, мы говорим о диктаторе, о диктаторе Назарбаеве. Он как президент страны, или сейчас как секретарь Совета представитель Совета Безопасности имеет неограниченную власть. Что значит неограниченная власть? Это значит, сверху, вниз, он может назначить государственных органов любого человека, государственных компаний и так далее. Абсолютно любого. область областей назначаются? у Акима все полномочия и на местах? Это полномочия Назарбаева. Парламент, который принимает тельные законы, они, эти депутаты, назначаются самим Назарбаевым, потому что он председатель партии Нуратан, и вся политическая верхушка этой партии ⁇ это люди, расставленные самим Нурсултаном Назарбаевым. Что получается? Все законы в стране принимают парламенты, нижняя и верхняя палата, и они назначаются Нурсултаном Назарбаевым. Правительство лично наз... назначается Нурсултаном Назарбаевым. Судьи назначаются Нурсултаном Назарбаевым. Министры внутренних дел, любые министры, председатель Комитета национальной безопасности назначается Нурсултаном Назарбаевым. Все руководители национальной компании назначаются Нурсултаном Назарбаевым. Все недра страны распределяются Нурсултаном Назарбаевым. Вы понимаете, что значит диктат? У него в стране абсолютная власть. И это приводит к тому, что все ресурсы страны находятся в его руках. Именно поэтому они супер богатые, а вы супер бедные. Только в этом суть. Сегодня я получаю массу сообщений, люди не очень понимают, а что же мы хотим построить. Когда мы говорим парламентская республика без должности президента, они спрашивают, а не будет ли второй Назарбаев? Я в этой связи хотел бы коротко объяснить, что значит парламентская республика? Я хочу это снова и снова объяснять, потому что многие из вас не понимают. Парламентская республика без должности президента, таких примеров в мире много, это все успешные государства. Это тогда, когда депутатов на выборах, открытых и честных, выбирает народ. И эти депутаты приходят в парламент, голосуют и назначают правительство. Если правительство плохо работает, депутаты собираются, в один день отправляют в отставку. То есть у нас не может быть при парламентской системе культа личности. В принципе, когда у меня спрашивают, а не будет ли кто-то другой, который сменит Назарбаева такой же, а будет ли культ личности, я говорю, друзья, парламентская система автоматически предполагает, что никогда не будет культа личности, потому что если он плохо работает, он будет снят депутатами немедленно. Сейчас Назарбаева и Такаева никто не может снять. Потому что парламент, который может объявить якобы импичмент, полностью назначается Назарбаевым. Он же не будет объявлять себе импичмент. Единственная партия, которая контролирует парламент, это Нуратан. И фальсификация на местах. Кто организовывает? Акима областей. Кто их назначает? Назарбаев. Завтра, когда будет парламентская республика, Акима будет избирать народ. Тогда не будет никаких фальсификаций и не будет монополий на власть. У нас будет 15-16 Акимов областных и огромное количество акимов городов, районов, которых тоже будет избирать народ, который отвечает перед народом. Поэтому не будет никакого культа личности, не будет никакой диктатуры. Далее, у меня спрашивают. Как мы победим коррупцию? Ну, во-первых, судьи будут избираться народом. Вы прекрасно знаете своих судей, а если не знаете, то наведете справки и для себя решите, за какие судьи вы будете голосовать. Понимаете? Судебная система она сразу становится открытой, прозрачной, зависящей от граждан. А кимы тоже будут зависеть от граждан, потому что вы их избираете. Депутаты вы их избираете правительство назначает парламент и в один день может отправить в отставку. Вы видите, какой механизм? Механизм, когда вся власть фактически принадлежит народу. А средства массовой информации, они свободны, они контролируют, они охотятся. И все случаи коррупции пресса будет описывать. Суды будут принимать иски, они независимы. Их не будет назначать никто, кроме как само, сам народ. И таким образом мы получаем систему, которая вся зависит от народа. Никакого диктатора, никакой культ личности. Все решает народ. Вот что мы будем строить. Это называется парламентской республикой. И кто бы ни был во власти, он все время будет подконтролен народу. Уважаемые друзья, на примере здравоохранения вы, наверное, хотите сказать, у нас здравоохранение плохое, нужно реформировать, надо бить по Министерству здравоохранения и так далее. Нет, нам нужно бить кардинально по политической системе, где вся власть принадлежит одному человеку, который манипулирует, дергает за ниточки, назначает президентами мебель, типа такая, которая ничего не решает, решает только он. Он в Конституцию бил всякие нормы, которые ему дают исключительные права, как первому президенту, ему дают безопасность, абсолютно все права, которые показывают, что он стоит над конституцией во всех странах мира все граждане равны перед законом не может быть иммунитета у кого-то больше, чем у любого другого человека каждый должен отвечать перед законом и иметь равные права и к нему должны быть равные требования и у нас тут появился светило по имени Нурсултан, который присвоил себе власть в стране присвоил богатство в нашей страны и делает, что хочет. И, собственно, результатом всего это явилось вот тот крах, который мы видим сейчас на наших глазах. Но ну, разве крах у нас только в здравоохранении? Разве мы не знаем, что наше образование тоже очень плохое? Что там дают взятки, что качество очень плохое? Мы знаем прекрасно, что осенью, когда дети захотят получить дистанционное образование, как сейчас заявляет Министерство образования, этого не будет. Потому что у вас нет денег на компьютере, на эти дорогие телефоны, у вас нет денег на интернет, вы безработный, вы получаете ничтожную заработную плату, вы в конце концов не умеете этим пользоваться, потому что у вас не было всей этой техники, которая позволяет дистанционно обучаться вашим детям. Более того, государство на эти цели не выделяет никакие средства. Вас заставляет сбрасываться на шторы, на ремонт школ. И поэтому, конечно же, мы все понимаем, никакого дистанционного обучения осенью в школах не будет. Образование плохое, здравоохранение плохое, армии как таковой у нас нет, у нас хаос везде. Достаточно один толчок, и все, все развалится. Один толчок в лице этого вируса привел к тому, что обнажилось все самое плохое, что есть в нашей стране. И не только аптеки. Вы видите, что это государство не готово и не хочет вам помогать, хотя заявляет, что у страны 90 миллиардов резервов. Этих денежных средств должно хватить на три года. На три года, чтобы финансировать республиканский бюджет страны. Но тем не менее, вы видите, что эта политическая верхушка не хочет. Не хочет помогать своим гражданам, которые попали в трудную ситуацию. А почему это происходит? Потому что мы молчим, мы равнодушны, мы не оказываем давление. Сейчас какая-то часть населения кое-как получает 42 500 тенге, но это только вследствие того, что мы объединились и начали оказывать давление, стали требовать сначала 50 тысяч тенге. Тогда они сказали, окей, мы дадим только часть населения 42 500 тенге. Теперь наши требования следующие. 100 тысяч тенге в течение трех месяцев, пока мы не выйдем из состояния карантина. За 4 месяца необходимо заплатить банковские проценты, потому что многие из вас испытывают трудности, и вы не можете рассчитаться с банками даже за проценты, не говоря за основную сумму кредита. Но мы не видим этих массовых требований. Мы слышим десятки, сотни голосов, но мы не слышим тысячи. Мы не слышим тысячи голосов, которые требовали бы и говорили, выходили бы массами каким матом, и требовали. Только тогда, когда мы это будем делать, только тогда эта власть попять назад и что-то сделает. Теперь я сейчас снова и снова слышу обращение ко мне с призывом, чтобы мы объявили день митинга. Уважаемые друзья, такие же голоса я слышал, когда был прошлый карантин, но когда 6 июня мы призвали на митинги, Выйти всю страну, вы знаете, людей было не очень много. И сейчас, когда опять страна в режиме карантина, и когда мы призовем, мы прекрасно понимаем, что выйдут ну, сотни, наверное, может быть несколько тысяч, но не выйдут десятки тысяч. Еще не наступило полное осознание, что делать. А делать нам нужно следующее: нам надо менять этот режим менять, чтобы построить парламентскую республику. Я снова и снова и каждый раз объясняю, что такое парламентская республика, и сегодня тоже объяснил. Что нужно, чтобы изменить? Многие из вас просто опасаются, что вы выйдете, вас будет мало, и завтра лишитесь работы. Я уже с прошлой недели объявил, что мы предлагаем конкретные действия. Именно эти действия приведут нас к эффективному результату. А именно, нам надо создать ядро сопротивления. В таких крупных городах, как Алматы, Астана, Шимкент, у нас должно быть минимум 5000 человек или 1000 ячеек. 5 человек в одной ячейке минимум. Это люди, которые доверяют, знают, знают, что эти люди, на них можно положиться. И вот представьте себе, что в этих трех городах мы собираем ядро по 5000 человек, мы с ними разговариваем по видео, мы с ними контактируем. Эти 5000 человек, когда мы обозначаем день митинга, каждый приведет минимум по 5 или по 10 человек. И тогда на этих массовых митингах будет очень много людей. И когда другие люди увидят, что идет большая масса организованная, на митинги, на эти протесты, то, безусловно, наша численность тоже резко возрастет. И опять же, мы все знаем, когда на акции протеста выходит 3,5-5% людей, живущих в том или ином городе, этого достаточно, чтобы произошла мирная смена политического строя. И когда вы сейчас говорите, назначайте дату митинга, я говорю следующее. Наша задача ⁇ создать это ядро. Во всех более-менее крупных городах минимум по 5 тысяч человек в каждом городе, это в крупном городе, в менее крупных достаточно пару тысяч человек, и этого будет достаточно, чтобы произошла смена политического строя. Именно поэтому мы объявили телефоны, WhatsApp, Telegram, по которым вы можете обратиться, если вы действительно настроены на смену этого политического режима. Если вы действительно устали, если вы действительно понимаете, что страна погибает не от вируса, страна погибает от этого авторитарного политического режима, в которой власть принадлежит одному человеку, что эта страна погибает от нашего страха, от нашего равнодушия, от нашей безграмотности, вы это осознаете. Хотите изменить, присоединяйтесь к нам, выходите на штаб. Телефоны я озвучил, есть они в интернете, есть наши рекламы. Выходите, выходите на прямую связь со мной, и мы будем объединяться и действовать. Я в последнее время не очень много выхожу в прямые эфиры. И хочу объяснить почему. Ежедневно я Общаюсь минимум 50-60 человек группами в прямом эфире видео. Общаюсь с теми активистами, которые хотят перемен. И каждый из этих 50-60 человек ставит перед собой задачу создания ячейки в количестве 5 человек. Вот представьте, допустим, я разговариваю в прямом эфире с 50 человек. И каждый из них приведет за собой 5 человек. То есть мы ежедневно плюс 250 человек прирастаем о в результате вот таких прямых общений. Поэтому, уважаемые друзья, когда спрашиваете, что нас делать, какой выход, надо действовать. Нам надо создать ядро. Как только мы создадим ядро, это организованная масса, многотысячная, колоннами будет собираться сначала на площадях, а затем тысячами, десятками тысяч мы двинемся в сторону Аккорды, в сторону акиматов и потребуем уйти эту власть, и она никуда не денется, она уйдет, потому что это будет воля народа. Давайте действовать, давайте объединяться, давайте строить парламентскую республику, где не будет должности президента, у нас никогда не будет культа личности, мы не будем города называть именем таких преступников, как Нурсултан Назарбаев. Мы изменим страну, мы можем, и это все можно сделать в кратчайшие сроки. Если вы действительно поднимете голову, прекратите в отчаянии восклицать, чтобы кто-то прилетел, один что-то решил, если вы начнете объединяться с нами и действовать, мы изменим ситуацию в этом году. Ресурсов в нашей стране достаточно, их много. Когда мы перекроем каналы воровства, их будет еще раз больше. И жизнь наших граждан изменится не через год, не через два, буквально через несколько месяцев. Потому что, еще раз повторяю, Ресурсов в нашей стране достаточно. Как только мы придем к власти, буквально через два месяца изменится уровень заработных плат в несколько раз. Это будет повсеместно. По всем отраслям, во всех сегментах экономики. Ваша жизнь в ваших руках. Давайте действовать. Выходите на штаб в Киеве. Выходите со мной. Прямой эфир, прямой видеоэфир. Мы все изменим мирно, без каких-либо трений мы просто возьмем массы, потому что нас почти 19 миллионов, а их совсем мало, всего несколько сот человек, которые реально контролируют власть. Я уверен, что полиция перейдет на нашу сторону, потому что полиция сейчас так же болеет, как и наши граждане, вирусом. Они также напуганы у них семьи. Я уверен, что... Все силовые структуры перейдут на сторону народа, если мы начнем действовать и покажем действительно силу, покажем, что нас много. И сейчас такие возможности есть. Есть политическая сила, демократические выборы Казахстана. У нас есть политические программы. У нас программа экономических реформ. У нас в наших рядах огромное количество преданных нашей стране людей, которые хотят построить сильную страну. Давайте действовать. Алга Казахстан.